Или вот еще, я вот сейчас пошел, значит, а вот я здесь иду, я здесь прошел. Вот. И здесь вот мы видим опять кучу, аж гора такая огромная снега, глыба такая. И вот такое уважительное отношение, обход, чтобы люди ходили по вот этому плану. В то время как машинки у нас катаются по свежему асфальту, люди должны топить вот по этому говну. Где ГИБДД, где безопасность движения, где? Люди должны пользоваться тротуаром, а не дорогой. Как вот я сейчас должен идти? Как? Тащиться по этой каше, заваленной снегом, что ли? Или как? Вы мне скажите, пожалуйста, уважаемые власти. Машинок у них не хватает. Дорогу чистить хватает до асфальта, а тротуар шириной полметра очистить не хватает. При этом все есть мусор с дороги, скидывается на тротуар в виде вот этой хламы этого черного. Как так выходит? Где безопасность движения, где ГИБДД? Или только нюхать водителей способны на постах? Подставляйте. Но как же так, власти? Так же не должно быть. Нужно нормально работать и выполнять свою работу.